Всем привет, вы на канале Usplay. Сегодня продолжаем проходить Titanfall. Как из предыдущего видео вы помните, мы принесли батарею роботу, но ей оказалось мало. Нам надо еще добыть вторую батарею, или третью, он сказал вроде, чтобы он полностью функционировал. АМСИ обеспечит всем сдавшимся безопасное возвращение в исправительное учреждение города. Советую немедленно сдаться любой поисковой группе АМСИ. Пилот, категорически не советую вам сдаваться АМСИ. Анализ речевого сигнала указывает на ложь. Не волнуйся, Бити. Понятно, но все равно рекомендую уходить. Отряды утильщиков АМСИ на подходе. В смысле, я тебя не брошу? Способность действовать в некоторых ситуациях без своего титана – обычное требование для пилота. Так, нам вроде вот этот указали. Что-то пока не вижу отметки. Куда идти сейчас? Попробуем перепрыгнуть. А, вот все появилось. 91 метр у нас до задания. О-о-о. Анализ данных. Запустить 2 грамма. Ты, блин, косишь-то. Так, надо снайперку убирать. Где там робот? Система удаленного сканирования перезапущены. Из-за нападения 9-го флота ополчения мы приземлились вдали от пункта назначения. Мы находимся на вражеской территории. Будьте осторожны, здесь нельзя долго оставаться. Так, вроде там тоже. А, нет. Показалось, что можно было здесь пройти. Так, ну тогда и двигаемся только вперед. Чуть не улетели. Остались уцелевшие ополченцы. Мы вас найдем. Тут расстояние у нас все увеличивается и увеличивается. Это должно быть все наоборот. Так, у него снайперскую тогда сейчас возьмем, да? 5 выстрелов, окей. Это зараза. Так, сначала храним дроны. Thank you.
А, вон еще у нас один. Все вроде. Берем автоматик. Так, у нас там андроид, надо его как-то вынести. А, еще аппарат летательный. К нам они не хотят идти. Пилот пропал, не вижу. Осторожно, граната! Валим отсюда! Опять на каком-то корабле. Мы не будем ждать, когда они придут к нам. Нет, мы сами их атакуем. Бити, чей это голос? Это командир мародеров из разведывательного спецподразделения «Ополчение», сокращенно РСП. Ее зовут Сара Брикс. Бити, на этом корабле есть кто-нибудь живой? Нет, сканирование не обнаруживает на борту МСС Джеймс Маккаллум признаков жизни, но 90% шлюпок были выпущены, надежда остается. Нашли. Все, осталось бежать до нашего
робота. Слоун вызывает отряд утильщиков Гамма. После разбившегося Макала находится старший класс «Авангард». Серийный номер «Браво-Танго 7274». Доставьте-ка мне его. Это так, ладно, попробуем до него долететь. Обращаюсь к уцелевшему ополчению. На один шлем. Мы все, то есть два шлема нашли. Для чего они нужны, наверное, потом покажут, можно будет изменить. Наше местоположение раскрыто. Свечок, как нам ставить? Ага, пока не зачистим. И даже сесть в машину. Разведчики АМС. На подходе подкрепление противника. Нам надо срочно установить нейронную связь. Да, пожалуйста, да, установите давай, последнюю батарею. Энергия полностью восполнена. Пилот, чтобы продолжить, нам надо установить нейронную связь. Прошу, садитесь в кабину. Вот это другой договор. Хорошо. Директива номер один. Связь с пилотом. Устанавливаю нейронную связь. Нейронная связь установлена. Стрелок Джек Купер. Теперь вы временный пилот Титана BT-7274. Директива номер два. Выполнять задание. Задание. Продолжить спецоперацию 217. Я засек приближающихся врагов. Директива номер три. Защищать пилота. Перезапускаю критические системы. Вихревой щит включен. Вихревой щит ловит вражеские пули и ракеты. Чтобы выпустить захваченные объекты обратного врага, опустите кнопку. Так, а чё как поменять? Пилот, пусковая установка в салончик работает. Эта наплечная установка одновременно отслеживает множество целей. Чем дольше вы удерживаете кнопку, тем больше целей будет захвачено. Нейронная связь установлена. Есть связь для управления основным оружием и для движения. Пилот, засечен спуск вражеского Титана. Приготовьтесь, нам придется пробиваться в безопасное место. Ты уверен? Да, доверьтесь мне. Так, ты чё, куда идти нам? Титан ополчения, номер корпуса 57274. Неплохо, пилот. Неплохо. Thank you.
Отлично, пилот. Наша боеспособность повысилась. Пилот, я засек еще приближающиеся отряды утильщиков АМС. Наш единственный шанс выжить — выполнить задание, встретиться с майором Андерсоном. До того мы с вами предоставлены сами себе. Отмечаю место. Следует поспешить. Давай, погнали. Так, первый встретившийся титан, конечно, оказался не такой уж сложный. Пилот, силы АМС продолжат нас искать. Чтобы выжить, нужно встретиться с майором Андерсоном в 60 километрах от нашего местоположения. Чтобы выжить, придется импровизировать и приспосабливаться. А, так смотрите, у нас сейчас получается ракетница, пулемет и ракетница все в одном. Потом будут открываться другое снаряжение по мере, наверное, прокачки уровня. Так, в общем, нам надо майора найти. Ладно, на этом тогда будем заканчивать. Спасибо всем, кто смотрел. Всем пока.